Здравствуйте, друзья. Это у нас клоп-хищнец. Вот взрослые особи. Вот мальки. Также можем посмотреть на подростков. Эти клопы примечательны тем, что они живут группами. Как вы видите, они хищники. Едят зафобоса, мраморных, туркменских тараканов или сверчков. Ну, точно так же, как и пауки, в принципе. Вот такая вот у них достаточно интересная окраска у взрослых. Такие они красавчики. Сейчас поместил их в террариум 20-20 на 30 сантиметров. Поставил им пробковые коряги. Запустил побольше тараканов. И будем смотреть, как будет развиваться эта колония.